Врачи и спасатели продемонстрировали сегодня свои знания по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Оснащенные необходимым оборудованием, спасатели должны были оказать помощь пострадавшим. Люди были заблокированы на третьем этаже блока матери и ребенка. Что случилось с вами? Где вы находились и как долго? Мы попали в туалет. Вы дышали дымом, имеете ожоги? Нет, ожогов нет. По словам специалистов, такие учения помогают лучше справляться с возникшей критической ситуацией. Было проведено тактическое упражнение по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пожар произошел внутри секции педиатрии районной больницы. Были применены все знания нашего отдела по ликвидации пожара. Имитация упражнения была оценена службой быстрого реагирования «Север». Что касается эффективности, справились нормально. Была соблюдена техника безопасности, а также работа с квалифицированными специалистами службы была на нормальном уровне. Медицинский персонал теперь может быть спокоен. В случае ЧП спасатели придут быстро на помощь. Справились хорошо, очень активно сработали для того, чтобы спасти жизни людей. Справились ребята, быстро прибыли. Пожарные прибыли быстро и качественно выполняли работу. Скорая тоже вовремя прибыла. В учениях приняли участие газовая служба, полиция, скорая помощь и спасатели. По данным отдела чрезвычайных ситуаций, подобные тренировки проводятся регулярно.